Юрий Павлович, были очень красивые голы после комбинаций замечательных, а были курьезные пропущенные. Вы на что больше внимания обратили? Обратил внимание на то и на другое. И это присуще нам. Вложить много труда для того, чтобы забить и легко пропустить. Вот над этим мы должны работать, и нам нужно более быть сконцентрированными в обороне. Ну и проблемы сегодня всей команды игры в обороне, они есть. Кверквили, некогда лидер, человек, который ни минуты не пропускал, сегодня 90 минут сыграл. Довольны ли вы увиденным? Можно ли сказать, что вот Кверквили тот самый вернулся? Думаю, что до того самого еще нужно время, а в целом он неплохо сыграл, и сыграл он 90 минут, но он сыграл 90 минут по той простой причине, что у нас Мурило приболел, а так все должны были играть по 45 минут, и, в общем, для него, для Кверквили, немножко больше нагрузка получилась, чем мы планировали. Вам не свойственно выделять кого-то одного из футболистов, но, может быть, нарушите традицию, похвалите кого-то одного? Ну, какой смысл сейчас хвалить кого-то? Вчера была очень тяжелая, сложная работа. После этой сложной работы игра, и, естественно, похвалить можно всех, то, что они в целом выдержали.